Christian would have sent his children. They cannot go. Maybe in another country. Which country? Maybe in Europe. В Абхазии. Может быть, в Испании. В Испании российские. В Европе может быть все. Сейчас в Европе есть все. Into Armenia, Armenia I can come. В Армении можно? Можно. В Армении соседи даже ругаются, там слышали. А потом Россия до Армении? Сам by flight to Laos, на Москву, to Laos. As before we have traveled, like myself, Bal Maharaj, Siddhar Maharaj, Krishna Maharaj, by religious service. Now due to your Putin, we could not go. So how can we Russian festival? If new preacher will go, no one will come. То есть просто сейчас очень сложно получить визу с такими паспортами, как у Махараджа, когда там очень много печатей и штампов. То им не дадут ни туристическую, и культурную тоже под вопросом. Вот. И Махарадж говорит, он сейчас не может в Россию и спрашивает, сколько лететь до Армении. Я говорю, 2-3 часа. Абхазия тоже рядышком, да? Там? Абхазия это... Вы оттуда, что ли? Я в Сочи, и там рядом 70 километров, и это уже ты в Абхазии. В принципе, теоретически это возможно, надо, чтобы там были предметы. Через Грузию можно доехать в Абхазию. А в Абхазии есть уже и дом большой, и да. В Абхазии нет, в Грузии, да. Может быть, в Европе можно было бы выбрать? В Европе дороже. In Europe, the festival, which country? Это те, которые из этой страны, они только могут приезжать. Вы чего русские, чего там можете сделать-то? Шули, вы не будете. Шули, вы не будете. Но вы не сможете в Европе организовать. Я бы решили сюда приехать. Турцию можно через Европу. Шенген открывать. У меня вопрос. В России для чего нужно делать, чтобы русские новенькие приходили на фестиваль? Кто поедет в Грузию, в Абхазию, либо там в Европу, кто не поедет? В Абхазию есть что? В общем, в Индии рано выдают замуж и женят детей. Когда Господь Брахма украл мальчиков-пастушков,